Республиканский рыболовный клуб «Агидель» и группа компаний-спонсоров вашему вниманию представляют. Рыболовный клуб «Чешмы» гостеприимно встречает любителей зимней рыбалки и оказывает помощь в проведении фестиваля «Ледовое побоище». Вот и в этот раз очередной фестиваль зимней рыбалки Республиканский рыболовный клуб «Агидель» проводил совместно с чешминцами на Якашевском пруду. Я рад приветствовать всех на очередном фестивале «Ледовое побоище 2018». Хотелось бы сказать спасибо всем, кто смог приехать. Хотел бы сказать спасибо рыболовному клубу «Чешмы» за помощь в подготовке места под наш фестиваль. Правда или нет? Но я слышал по телевидению именно. Значит, в 2005 году окуня вытащили. Значит, на 5600. 5600 окуня. Ну, я по телевидению слышал такую штуку. Ничего, нормально. Ловить можно. Я думаю, что-нибудь поймаем все равно еще. Опа, супруга. Да.
первый раз в жизни на зимней рыбалке. А ведь никогда не был. Что такое улов? Улов хороший. Это уже по-тесному, вообще сам даже. Сам забросил, сам вынул, сам подсек. Thank you.
Вот это вам. На самом деле рыбы очень много, просто она стоит локально. Поймать можно было ее легко. Я вчера сделал тренировку, достаточно серьезную. Прошел где-то в районе километра примерно, перебурил весь водоем. Нашел, где рыба стоит. И все, сегодня пришел туда, взял леску 2.06, мормышка 2 миллиметра. И все, в принципе, с полутора метров я ловил рыбу. Спасибо. Хороший на 150, вообще вот чтобы всю рыбу вытаскивал. И сертификат. Сертификат от компании, от базы рыболовной политики, на 2 человека.